Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. Доброе утро, 9-й день поездки. Едем в соседнее село. На Пасху, знаете, колбаска, курочка. Мы будем на поезде ехать с одной пересадкой до Гранвилля. Чтобы не проходить, не подниматься в горы, проходишь через туннель. Получается некрасиво, хотя уже все услышали. Пока. Have to push to go. The going up is automatic, so you have nothing to do. Now it's like neutral or it's completely brake? It's stop. 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 Push. Go. Go. No, not yet. So when it starts to get down, you can push again. You can go as fast as you want, but don't wait each other and don't crash. Mm-hmm. If you're stopped like that, it's normal. It means because someone is getting slow, it's to avoid crash. But sometimes I missed it, and if you have someone in front of you, slow down and don't crash. For the arrival, come as closer as possible of the red curtain, and there will be a picture taken that you can find a small basement over there. And if you like the speed, of course you can do it all very fast without braking. Do you have any? You like the speed? You like the speed? You can. Good luck. Yeah, you can go. Push forward. Can you up your leg, please, for the seatbelt?
I can go? Ебать! Ебаная хата! Вечер добрый всем! Мы с Димкой приехали на классное место. И здесь мы сегодня будем ночевать в горах. Красота! Сейчас мы пройдем такой, сделаем движение назад, по кругу, чтобы вы увидели, какая красота вокруг. Вот она, горы. Идем туда, к речке, Дима, покажем людям. Все, с Димоном доехали. Мы как обычно бухаем. Да, мы как обычно бухаем, бля, мы какие-то бухари. Руслан бухает, а я наливаю. Приехали мы на кемпинг. Вот впервые мы на кемпинге за эту поездку, но у нас домик такой классный, ну, две отдельные комнаты. И, короче, у нас вот сейчас ужин. Мы уже по кайфу, давно уже не ели, соскучились. Мы не можем уже найти. Нет уже. В горах его нет уже везде. Поэтому вот такой у нас поленос. Винцос и досвидос. Всем приятного аппетита и нам тоже. И еще не прощаемся, еще вам покажем, как мы выживем сегодня. Соседи пока. Соседок, соседи. Ой-ой-ой. Да. Андрюха, мы здесь с Димоном. Привет. Да, мы две бутылки вина уже угрюхали. Мы на кемпинге, вот такой кемпинг вам сейчас покажем.
такая кухня, но мы сегодня не пользуемся. Здесь Димонна спальня маленькая. Детская. Мы... Родители большой. А это моя, блядь. Я по-королевски живу сегодня. Мы, короче... Батя тут спит. Мы, короче, раз я на большой кровати сплю, раз Дима спит на кровати большой, я на маленькой. Короче, такая... По-дружески. Сегодня мы, кстати, да, ехали на поезде. И это... там, короче, такая херня, там произошла какая-то авария. И мы должны были ехать на поезд до города Флёрс, и там уже на велосипеде дальше фигарить до Клесси. Потому что это, не успевали бы иначе. У нас сегодня был такой план, короче, я составил, и там много километров ехать, но мало чего-то смотреть, и поэтому мы решили на поезде ехать. А там из-за аварии пришлось нам ехать обратно в Кан, где мы были. И мы с Каном мы ехали до Клесси, там 40 километров, но честно сказать... Мы ехали между гор по прямой дороге, вот 40 километров по прямой дороге. Именно велосипедная дорожка такая классная сделана. Мы там первые 23 километра, мы на скорости так гнали, что капец, потому что мы хотели успеть на эту херню, чтобы покататься на этой луж, называется. Ну, наверное, ты знаешь.